Так, привет, Magic Class. Сейчас покажу фокус пакетизации, только в данном случае я не использую никакой воды, ничего и никакого пакета. У меня обыкновенно чисто сухая салфетка. Можно будем так сказать. Просим зрителей в любой момент сказать стоп. Например, вот тут. Прошу запомнить карту. Подсниму несколько раз колоду. Перемешаем. Все. Теперь начнем полностью колоду растирать по салфетке. Полностью по всей салфетке. Вот так, вот так, вот так, вот так. Теперь смотрите, когда все карты у нас находятся на салфетке. Вот. Возьмем и поднимем салфетку. У нас на салфетке останется какая-то прилипшая карта. Вот. Вам сейчас даже покажу ее. Что? Возьмем ее. И эта карта. Девятка пик. Ваша карта. Секрет этого фокуса, смотрите ниже. Я думаю, он вам очень понравится, так как я не использую никакой воды, и салфетка у меня на самом деле самая обычная. Ее можно даже проверить, что в начале, то и после фокуса. Всем пока!